Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать 3 летних напитка. Первого напитка нам понадобится кипяченая вода, уже остывшая. Наливаем в стакан, банку, кружку, как вам удобно. Теперь наливаем чай. У меня это обычный черный чай. Теперь кидаем туда лимон. В лимон заранее нужно порезать и добавить туда много-много сахара. Украшаем горлышко банки или стакана долькой лимона. Теперь нужно добавить лед. У меня лед с красной и черной смородиной. Если вы точно так же вытаскиваете лед, ставьте лайки. И лед тоже кидаем, как и лимон. Теперь украшаем горлышко банки клубникой и черешней. И ставим трубочку. Второй напиток мы сделаем со спрайтом. Банку наливаем спрайт и туда кидаем лимон, тоже добавляем на лимон сахар. Украшаем долькой лимона. Кидаем туда лед. Ах да, я забыла сказать, что лед надо делать не из воды, а из спрайта. И в прошлом напитке тоже добавляем не воду, а спрайт. Для следующего напитка нам понадобится мороженое, у меня шоколадное. Добавляем мороженое в банку, и между слоями мороженого надо добавлять клубнику. Спасибо.
А теперь все это разминаем вилкой. Когда вы добавили все мороженое, сверху украшаем клубникой. И разламываем шоколад и добавляем мороженое. У меня, кстати, Альпенгольд с Орео. Еще решила добавить вафли, которые остались от мороженого. Я их скручиваю и кидаю в мороженое. Что у нас получилось? Приятного аппетита! Всем спасибо за просмотр, всем пока!